Я не знаю, может, с юмором сейчас буду говорить, но если бы ее отпустили бы, она наверняка больше сделала бы доброты, чем вот сейчас ее мучают там, понимаете? Вот и мое мнение. Вот. И Сердюкова, ну, всякое бывает в жизни, понимаете? Люди могут ошибиться. Мы же не знаем правду, что там, понимаете? Ну, деньги или еще что-то. Ну, могут. А вдруг и... Я же не знаю, они виноваты или нет. Если были бы они виновны, наверное, их посадили бы, правильно? Значит, они невиновны, я бы сказал, да. И если они сейчас меня слушают, помогли бы России? Сколько там бездомных людей? Вот это было бы замечательно. Они искупили бы свою вину. Если они виновны, а может, они невиновны. Еще не доказано, понимаете? Правильно?